в Новый год следующий, знаете? Мышка. Мама говорила, что в Новом году, когда он начинается, надо сразу держаться за ветку елки и загадывать желание. Я родился в год леопарда. У меня сестры будут крысы. Год мыши, год крысы. На ваш взгляд, каким будет его для людей? Крыса будет такой хитрый, а мышка такой веселенький. Да. Можно не спать ночью и... А я всегда не спал. Не спать ночью и за Дедом Морозом следить. Что нужно сделать 31 декабря, да, прям в ночь Нового года, чтобы год был счастливым следующим? Надо загадать желание. Поставить елку. И пожелать, чтобы никто там не болел. А как думаете, как вообще Дед Мороз в дома-то проникает? Через окна. Через двери, мне родители сказали. Если он следы там оставляет, то может и через дверь. Да? Да. Слушайте, ну все уже закрыто. Все же так переживают за безопасность. Ну он же волшебник. Да. Он может перемещаться. И ни разу никто никогда его не видел? Нет. Хотя на Ютубе есть видео, и там снимают, короче, да. Дед Мороз. Да. Что бы вы хотели, например, чтобы было? И как нужно сделать так, чтобы они вот сбылись? Как нужно сделать? Надо в письмо волшебные слова написать. Добрые слова. Джина, разговаривающая. Я такого брату подарила и решила себе заказать, чтобы мне такой был. Mm-hmm. А я хочу, чтобы у меня был барабан. Слушайте, а как вы собираетесь за засаду Дед Мороз устраивать? Я всегда просто смотрю под елку. А я бы просто вот спряталась где-нибудь за диван. Если ты спишь, где елка стоит, тогда можно под одеялом спрятаться с фонариком. А когда Дед Мороз войдет, его выключить. Расскажите мне, как вы думаете, что Дед Мороз вам подарит? У меня уже подарок пришел, да. Уже пришел? Да. А как же Новый год? Мы заказали другое, а нам принесли. Но все равно это круто. Я не очень верю в Деда Мороза. Да ты что, кто печенье твое ест? Я буду желать огромного робота, чтобы он мне помогал. Чтобы он мне помогал математику делать. Я ему говорю, сколько будет пример, и он мне ответил. Просто 31 декабря мы встречаем Новый год, а 1 января он уже тут. Каждый